Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Этот праздник учредили в ноябре 1949 года в Париже. Впервые провели в 1950-м в 51 стране мира. Откуда взялась дата праздника 1 июня? В одной из самых распространенных версий говорится, что в этот день в 1925 году в Сан-Франциско был устроен праздник для детей-сирот. Совпадение или нет, но именно в этот прекрасный день, ровно год назад, в Владимире появилась детская телевизионная студия «Кид ТВ». А это замечательно, потому что дети должны изучать все самое лучшее, все самое передовое, все самое современное. На этом должны воспитываться дети. А телевидение у нас сейчас находится в такой ситуации, когда его смотрят все, и его должны знать все. Поэтому дети должны с самого детства, не побоюсь этого слова, изучать, понимать и владеть таким искусством, как телевидение. А мне нравится, что в городе Владимире есть такая продвинутая студия, где люди занимаются, знакомятся с телевидением, умеют разбираться. Это поможет расширить горизонты, в любом случае какие-то новые грани воплощения творческих желаний. Каждый ее участник сделал первые шаги в тележурналистике и киноискусстве. А впереди у ребят еще много увлекательно-познавательного. Окунаясь в мир кино и телевидения на базе Кид ТВ, юные журналисты познают много нового. А чем именно они занимаются, спросим у них самих. Наша маленькая звездочка Диана решила попробовать свои силы в тележурналистике. Я целый год хожу в детскую студию, мне очень нравится. Я хожу со своей подругой Леной. Мы всегда ходим вдвоем. Ей очень нравится тоже в студии заниматься, как и мне. Почему хочется в детскую телевизионную студию ходить? Чтобы быть звездой. Мне очень даются хорошо роли, я все хорошо запоминаю. Но мне нравится вообще работать на телевидении. Вам хотелось бы ходить в детскую телевизионную студию? Да! Екатерина Скрипник и Евгений Григорьев. Специально для Суздаль Ключи ТВ.